Звездный статус требует от артистов выглядеть ошеломляюще. Нередко именно это приводит их в кабинет пластических хирургов. Кто-то хочет выглядеть моложе, кто-то мечтает избавиться от комплексов из-за определенных дефектов, а некоторые делают пластику из-за проблем со здоровьем. Впрочем, многие знаменитости скрывают, что совершали манипуляции со своим лицом или формами. Мы подготовили подборку об украинских звездах и блогерах, которые не стесняются говорить о том, что делали пластические операции, и покажем их фото до и после операций. Слава Каминская. Украинская певица Слава Каминская не скрывает, что неоднократно ложилась под нож пластического хирурга. Так, знаменитость увеличила грудь, сделала ринопластику, а также делает инъекции ботокса и увеличивает губы. Также Слава делала подтяжку живота. Звезда откровенно говорит о своих изменениях во внешности и показывает до и после в фотоблоге. Артистка довольна своими перевоплощениями и считает, что выглядит значительно лучше, чем до операций. Ирина Билок. Ирина Билок недавно призналась, что все же делала пластику и не одну. Так, впервые певица легла под нож хирурга после рождения сына Глеба в 1999 году. По ее словам, у нее были молящие глаза, будто она все время плачет. Впрочем, последней каплей стали слова Леонида Кучмы, который после концерта звезды подошел к ней и спросил: «Ирина, а почему это у вас такие грустные глаза?» Тогда Билок решила немного завеселить свое лицо и прибегла к пластике. Далее певица решила исправить свой нос. Артистка, в которой течет и грузинская кровь, комплексовала из-за горбинки. Кроме того, звезда не скрывает, что несколько раз делала подтяжку лица и увеличивала губы. Миша Романова. Певица Миша Романова увеличила грудь. Ранее она шокировала, что эта операция чуть не стоила жизни ее ребенка, ведь звезда перенесла операцию, когда была на 16-й неделе беременности, однако не знала о своем состоянии. Артистка долгое время держала имя хирурга в тайне, но наконец-то выяснилось, что операцию ей сделал экс-муж Славы Каминской Эдгар. Со своей стороны Каминский прокомментировал, что предположение, что от операции мог пострадать ребенок, неправда. Конечно, все зависит от триместра, но современные технологии никак не вредят организму. Алексей Суров, ЦФ. Актер, стриптизер и участник танцев со звездами Алексей в свое время прибег к катапластике. Так, знаменитость раньше была лопоухим. Звезде это совсем не нравилось, поэтому он решил изменить свою внешность. Артист откорректировал свои уши, уменьшив их. Анна Резадинова. Украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Резадинова в этом году сделала пластику живота. Ее очень смущал живот, который, по ее словам, появился после родов и постоянно выпирал. Спортсменка надеялась, что тренировками сможет убрать живот, но врачи ее огорчили. У нее диагностировали диастаз и пупочную грыжу. Летом в прошлом году Резадинова сделала операцию по устранению диастаза и пупочной грыжи, а зимой в 2021-м – пластическую операцию, и вернула свои формы. Зифа Амела. Украинская певица-трансгендер Зифа Амела раньше была хорошо известна всем, как Борис Апрель. Пластические операции у знаменитости прошли удачно. Артистка выглядит женственно и нежно. Анастасия Покрещук. Обладательница самых больших скул в мире, украинская блогерша Анастасия Покрещук изменилась до неузнаваемости. Знаменитости не нравилось, как она выглядела, поэтому звезда сети сделала огромные скулы, губы, ринопластику и увеличила грудь. Саша Пустовит. Блогерша Саша Пустовит, она же Саша БО, сделала ринопластику и увеличила грудь. Девушка поделилась, что ее бюст исчез после грудного вскармливания двух сыновей. Поэтому Саша прибегла к мамопластике и теперь наслаждается формами третьего размера. Также звезда сети делает инъекции в губы. София Стужук. Блогер София Стужук, после увеличения груди собирается ее уменьшить. Она недовольна результатом и хочет снова лечь под нож хирурга, чтобы избавиться от сисек порноактрисы. Недавно 26-летняя девушка сделала ринопластику, пластику глаз и нитевой лифтинг для подтяжки лица. Интересно, что пластический хирург, экс-муж Славы Каминской, оперировал Стужук в прямом эфире в Инстаграм. Друзья, внимание! Внизу под роликом есть ссылка на интернет-магазин качественных и недорогих повседневных товаров. Магазин Оля-ля. В нем вы найдете большой выбор женской, детской и мужской одежды.
игрушек, косметики и аксессуаров, товаров для детей, дома, животных и электроники. Доставка по всей Украине, оплата при получении. Гарантия качества. Заходите, выбирайте, покупайте.